Весна уже вступила в свои права, а это значит, что настало время традиционных субботников. Студенты разных вузов и СУЗов Казани, не дождавшись выходных, добровольно открыли праздник труда немного раньше. Работа их ждала сложная. Привести в порядок от долгой зимы целый пляж «Локомотив». Кто как не труд сплочает молодежь. Здесь представлены представители разных городских объединений и организаций. Молодежь разных возрастов, от СУЗов до молодых ученых. И очень приятно, что вот стремление к чистоте, стремление к тому, чтобы сделать Казань лучше, красивее, нас сближает. Вот в этом и сила. Для проведения Дня чистоты и порядка пляж был выбран не случайно. Ведь 2016 год объявлен годом водоохранных зон в Татарстане. И, кстати, в этом году планируется провести целый ряд мероприятий по сохранению и восстановлению водных объектов и созданию комфортных условий для населения. Большой студенческий субботник – одно из наиболее важных его мероприятий. «Локомотив» традиционно является излюбленным местом отдыха казанцев, татарстанцев, поэтому не случайно выбрана эта площадка. Ну и вы видите, какая обстановка. Люди с улыбками, люди пришли как на праздник. Нас это не может не радовать. С самого утра студенческий субботник начался с шумных игр и песен. Многие даже танцевали. А зарядившись прекрасным настроением, они разобрали грабли и пакеты и взялись за столь нелегкое дело. Но трудности им не страшны. Да, мне нравится, очень весело. Сейчас начнем собирать бутылки. Мы потом их зададим на сорсерье. Мы размялись, потанцевали, было очень весело. Пляж, солнце, погода хорошая. Почему бы не выбраться на субботник общегородской? Потом на этом пляже будут люди там загорать, приходить купаться летом. То есть нужно, чтобы здесь было чисто, поддерживать чистоту. Ура! Конечно, убрать такую территорию – задача не из простых, но только не для казанских студентов. Ребята потрудились, не покладая рук, а значит, будет чисто. Аделя Мухаметшина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.